Биотерроризм. С ним живет мир. С ним живете вы. Вирусы крадут, модифицируют и злоупотребляют с печальными последствиями. И кому же можно доверять? Политикам, продающим душу за пару голосов? Директорам, предающим потребителей ради быстрой наживы? Рассчитывайте лучше на нас. Мы выше политики. Мы всегда начеку. Всегда готовы встретить угрозу лицом к лицу. Мы — жесткая метла, сметающая зло биотерроризма и химического оружия. Нас называют Terra Safe. Потому что после Terra не обязательно следует RIST. Привет, народ. Здоров. Привет, Клэр. Эй! Эй, Клэр! Мойра. Рада тебя видеть. К службе готова, мисс Редфилд? Ожидать дедовщину? Перестань. Как давно мы знакомы? Достаточно, чтобы нести эту херню. Псс. Клэр, на минутку. Что такое, Нил? В Вашингтоне что-то происходит. Ничего не слышала? Что, новый вирус? Напоминаю, что Трайсел больше нет. Алло? Эй. Это дочь Барри Бёртона? Агась, с этого дня с нами. Только постарайся при ней не спрашивать, а... Не отца? О, да. Минное поле эмоций. Ясно. Подготовился ты хорошо. Какие еще нарушения конфиденциальности у тебя имеются? Эй, я забочусь о Terra Safe. У нас свои враги. Ладно. Удачи в ее укрощении. Она не животное. Пока. Ой-ой, что на этот раз? Грёбаный Барри. О чем его не спроси, он отнекивается. Меня бы здесь вообще не было, если бы я слушала. Что? Нет, это какая-то ошибка. Ребят, всех приветствую на прохождении Resident Evil. А ты можешь меня не перебывать, когда я здороваюсь с ребятами? Куда меня привезли? С мальчишками и девчонками. Меня же девчонки смотрят, а ну напишите мне. Так вот, конечно, всех приветствую. Давно хотел поиграть в эту серию, но что-то у меня не получалось. Так что давайте посмотрим, это... что у нас тут ждет Мы... впереди. Так, альт, бег. Да не кричи, все хорошо. Я тебя отсюда вытащу. Не торопись-ка, я помогу. Мойра, все хорошо? Тебя не били? Клэр, все, что я помню, это... Потише. Вот правда. Как эти мутилы с пушками могли... О, Клэр,
хочу домой. Все нормально. Давай выбираться. Да, давай выбираться. Так, я так понимаю, что этот зеленый браслет будет открывать нам дверки, да? Что мы сделали? Хотела бы я знать. Ну, сейчас узнаем. Так, ага, не сюда. Давай за мной. Или сюда, погоди. А, нет, сюда. О, бонжур. Офигеть! Кошмарное же место. Так, а я спрыгнуть вниз могу? Так, стой здесь, а я попробую кое-что сделать. Ага, нет, не могу. Понял. Специально, как говорится, для рукожопов сделали так, что упасть нельзя. Ладно. Эх, квадратные жопы. Это как Том Райдер, помните? С треугольной грудью было. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Молодец. Вот так, моя зайчка. Давай, вот. Еще чуть-чуть. Умничка. Идем смотреть, что у нас тут происходит. Блин, сенса чересчур быстрая. Ну, надеюсь, у меня глаза не вытекут из-за этого. Слышала? О, слышала, кто-то варенье опять ел. Тут еще кто-то есть. Ну да, ты же видишь. Малиновая. Боже, что за хрень? Я без понятия, если честно. Я так же сам с тобой проснулся, как и ты. Так что я не знаю. Так, ага, присесть. Давай смотреть, что мы можем здесь с вами. А ничего мы не можем, да, с вами? Та ты шуля. Достал нож, режь. Это пригодится. Я посвечу нам. Угу, давай. На-на. Ага. Понятно. Я так понимаю, нам нужно больше стекло, да, с вами разбить? Через стекло есть проход. Да я знаю. О, красиво. Так, дай мне пехоль. Да ты шо, шо это такое? Т-инвентарь. Где у меня Т? А вот у меня Т. 5 патрошков. Все? Больше ничего нету? Есть записка. Так, правила мониторинга испытуемых. Участники эксперимента обязаны соблюдать следующие правила: наблюдение за испытуемыми, вести круглосуточно, отслеживать все изменения датчика, регистрировать его состояние каждые 10 минут, испытуемых с признаками аномалий утилизировать немедленно. Афуф. Так, ладно. Идемте, идемте. Ну не стани ты так, не стани, потому что... У меня начинаются рефлексы, сразу рука тянется, как говорится, не туда, куда надо. Так, тут закрыто, тут открыто. Угу. Думаю, мы тут протиснемся. Помоги, Мойра. Давай. Давай, 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 давай. Во, держи. Держи, Мойра, держишь. Все, молодец. Осторожно. Ты умничка. Отойди. Еще тише, можно? Еще чуть-чуть тише. Ты как бы... Ёб твои... Ух ты, падла. Ля ты крыса. Ага. Больно, да? Будь знай, как приставать. Какой же пиздец! И не говори. Слушай. Только и могут маленьких обижать. Да, спасибо, что подсветило. Так, слышь, мудила, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Да я ж бегу. Давай, скорее. Бегу, 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 бегу. Слышь, погоди, да я не успеваю.
Мойра? Иди-ка ты сюда. Ой. Ой. А тебе грил, не надо в одно рыло. Знаешь ее? Это как малиновое варенье жрать. Она из Тарасы. Зачем было такое делать? Ну да. Зачем было в крысу есть? Я тоже хотел. Не люблю. Внизу ветер воет. Не люблю таких людей. Давай осмотримся и позже вернемся. Да, давай. Интересно, а где этот монстр? Что этот дебил хотел? Так, держи крепко. Давай. Ладно. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Нет. Ой. Сквозняк, что? Угу, найдите ключ. Окей. Погоди, а нам точно сюда? Может, нам вниз надо спуститься как-то? А, нам нужно обойти и спуститься здесь, да? Понял, хорошо, пошли. Пошли. Так, нож у нас есть, мне не так страшно. А когда дадут пушку, вообще будет не так страшно. Так, бонжур. Заперто с другой стороны. Хорошо. Да-да-да, иди сюда. Иди кое-что скажу. Иди на ушко. Иди на ушко скажу кое-что. Так, подвинься. Ёпту, я испугался. Я подумал, что это монстр, это труба. Все, это паранойя. Хорошо, добрались. Это тупо паранойя. Так воняет. Ну прости, я испугался. Ключ пропал. Серьезно? Ты будешь им пользоваться? Понадежнее любого человека. Нет, просто в кармане поношу. Ключ, возможно, зацепился за что-то. Он может быть где угодно. Донде стали библиотека. Посвети вокруг. Вот ты где. Клэр, вижу ключ. Вижу ключ, не вижу препятствий. Попробуй пальнуть в него. Давай, пальни. Все, шикарно. Ой. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой, какие вы опасные. В смысле, забей, беги. Куда бежать? Беги, Мойра! Беги. Куда бежать? Где лестница? Беги, Мойра, беги. Погоди, Мойра. Дай посмотреть. Дай заберу. А у вас ничего нету больше? Нету, да? Так, погоди, где лестница? Мойра, алло, ты ж меня не бросила? Мойра. Когда это закончится? Не знаю, когда мы всех перебьем. Мойра, запомни, если что, главное не глотай. Спейс уклон. Пробел уклон, понял. Так, побежали. Все. Донде стали библиотека. Все, минус. Ой-ой-ой-ой-ой, Мойра, уходи, уходи, зайчик, уходи. Все, просто уходи. Какое ж неудобное тут управление. Да ты шо?
Ребят, ля, что нашел? Донде стала библиотека? Ага, я так понимаю, здесь нужно... Тебе бы пистолет, Мэра. Думаешь? Мне вот точно-точно не нужен. Прости, не дружу с этим. После того, что случилось. А что случилось? Черт, прости. Забыла. Может, найдем тебе что-то другое? Что на... Я просто что на фонариком премьер? Поработаю. Все норм. Слышь, а можешь ртом поработать? Не? Если тебе не сложно. Там что-то блестит, но я не могу разобрать, что это. Дай фонарем посвечу. Хоп, а потрошки. А дай потрошки, пожалуйста. Отдай, пожалуйста, тете потрошки. Так, монтировка. Вот. Тупое оружие. Люблю тупое оружие. Прям как ты, да? Нажми, чтобы Майрел атаковала в рукопашную монтировку. Она может улучшить некоторых врагов ударом сзади. Да ты шо? А ну, стой. Погоди. Ладно. Ладно. Давай, 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 давай. Молодец, девочка. Все. Подвинься. Погоди, стой. Клэр? Стой, ты куда? Ты же видела, да? Да, там был кто-то. Кто-то в пижаме был. Так, ладно, пошли. Стой. Только тихонечко. На мягких лапках. Как кот-царапка. Вообще, даже не шуми, хорошо? Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Все, хорошо. По-моему, Q зажать, чтобы лечиться, да? По-моему, Q-шка это у нас лечение. Ой. Бойся называть меня по имени. Тебе страшно? Расскажи об этом. Поговори со мной. Ты о чем вообще? Поговори со мной. Поговори. Браслеты меняют цвет, реагируя на страх. Ты кто такая вообще? Столько страданий, а ты даже не знаешь, чего бояться. Она говорит с нами или с собой? Понятно. Нам нужна шестеренка, усиление мер безопасней. По распоряжению директора я ставлю огнедышащий бюст напротив выхода. Эта штуковина изрыгает нешуточное пламя. Даже если несколько испытуемых сразу пытаются прорваться, все они гарантированно поджарятся. Тебе не пройти. Пусть теперь попробуй сбежать. Так, мне нужна... Во-первых, шестерен. Ой. Красиво, как шестеренка. А где мне искать шестеренку? Это мы вернулись назад, да? Или куда мы вернулись? Мягкая кроватка. Ага. Домой заберем. Глянь повнимательнее. Питание. Внутри что-то застряло. Не работает. Не может быть. Нет, может выключатель где есть? Может. Т, инвентарь. Так, что это такое? Повязка останавливает кровотечение. Вы можете использовать, даже когда она находится у напарника. Ага, прикольно. Ящик с деталями. Давайте смотреть. Вы можете улучшать ими, заменять оружие за верстаком. F улучшить. Так, хорошо. Окей. Так, F, F, F.
Так, не понял. Не понял. Я дробовик улучшил, да? Правильно я понимаю? Я улучшил дробовик. Ладно, сейчас будем проверять. Заперто с другой стороны. Прикинь. Ладно, давай возвращаться. Давай смотреть, что-то нам... Что там нам от нас хотят. Мойра, я подсажу тебя. Попробуешь залезть. Хорошо. Да, правильно. У нее нет уж этого оружия. Так что давай... Девочку без оружия вперед пустим. Все, Мойра, давай. Так, ты кто? Так, некоторые ящики нужно отпирать для поиска точки. Ага, пиши курсор. Расположение точки можно. Я не. Не? Что-то не то? Чё не так дело? Погоди, ребят, стой. Так, расположение точки отпирания можно определить по цвету курсора и вибрации контроллера. Подсказка от точки отпирания дается только на первом ящике. Непонятно. Алло, игра. Стой, погоди. Мне надо красную точку, да? Чё от меня хотят? Точек разблокировки несколько. Чтобы разблокировать коробку, нужно найти все. Сложно, ребят, мы тут застряли. О, нашел, да? Ладно, я разберусь, честно. А как это работает, система? Погоди, да я понял. У меня просто вибрации нету. Я, конечно, ящик патронов к пистолету. Я, конечно, ничего не понял, но было очень интересно. Я надеюсь, что вы... Не пойду я одна. Не жалеете, что вы потратили эти 4 минуты. Смотря, как я это делаю. Так, поднимаемся. Хорошо. Может быть, снаружи нам кто-то поможет? Может быть. Может быть и нет. А ты не хочешь нам посветить, не? Ты посветить мне не хочешь, а? Страшно, да? Что это такое? Ты кто? Алло. Алло, из люка бука, иди сюда. Хочу свалить. Да успокойся, у нас дробовик есть, все хорошо. Давай не опережать события. Да. Не торопись-ка. Просто не торопись-ка. Так, бонжур. Женопель.
Письмо заключено. Дорогая мама, не знаю, прочтешь ли ты это когда-нибудь, но ты мне нужна. Нас называют подопытными. Нас пытают каждый день. Каждый день. За что мне все это? Почему это происходит? Мне очень больно каждый день. Я боюсь того, что будет дальше. Мама, пожалуйста, помоги. Просто гангстер парадайз, понимаешь? Так. Ой, ёп! Давай. Не путайся под ногами. Ты что, издеваешься? Серьезно? Два патрушки. Слышь, а ты не хочешь светить мне вот этот фонариком? Фонариком светить? Не хочешь? Спасибо. Конечно, все понимаю. Так, продвижение, проведение эксперимента. Датчики, которые оснащены, испытуемые. Это не то. Мне нужно... Этот, как его найти, рубильник. Да? Или что мне нужно найти? Так, забрать. Человек изъявил желание пройти через ворота. Угу. Или же скромный приватник. Хорошо. Помощь нужна. Да, давай. Чуть-чуть не получилось. Но уже лучше, чем было, да? Вон оно чё. Вон оно чё. Понял, как теперь нужно это делать. Все, подвинься. Ящик с деталями. Можно будет дробовик сейчас еще раз улучшить. Будем возвращаться назад, и надо будет улучшить дробовик. Я, наверное, буду пользоваться чисто дробовиком. Ой. Ой, бонжур. Донде стали библиотека? А если в упор подойти? Но? Ой, убегай. Отойди. Отойди, девочка. Все? До побачення. Да, до побачення. Блин, дробовик, конечно, классная тема, но... Только в упоре, да, я так понимаю. Если б не пехаль, я б не знаю, что с нам было. Так, бросок воспламеняющего оружия. Shift, да? Окей. Ржавый ключ. А чего этот ржавый ключ? О, а как туда попасть? Алло, а я хочу эту коробочку забрать. Может, ты можешь как-то... Не, ничего не можешь. Ладно. Ну, отдай мне, пожалуйста. Да не ссы. Не ссы, мало, сам боюсь.
Бум. А все. А все. Теперь в рукопашку. На-на. Все, теперь чисто в рукопашку. Окей, окей, окей. Мы правильно идем? Без понятия. Блин, сколько мало патрушков. Сколько много монстров. Да не рычи ты. Скажи спасибо, что у тебя дверка не открывается. А то мы бы тебя мэкнули. Ну и насколько я понял, мы сейчас... Насколько я понял, мы сейчас с вами откроем, да? Диспетчерскую должны будем открыть. И эти все монстры тоже должны будут от, типа, высвободиться. Ничего не понимаю, ладно. Бегим дальше. Ага, вот шестеренка. Похоже на выход. Да это понятно. Но... Погоди. Мы ходили с вами направо, да, сюда? Куда мы ходили? Мы с вами находили какой-то ржавый ключик. Ничего не понимаю, если честно. Так, отрывок из рассказа... Ага, спасибо. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Но нам это не интересно. Нам нужно найти с вами выход. А где его найти? Вот это вот хороший вопрос. Так, погоди, как к нам сюда попасть? Понимаю, что здесь есть мини-карта специально для таких, как я, но... Ну, во-первых, я не знаю, где... как мини-карту включить. Во-вторых, ты не хочешь мне фонариком посветить, не? Блин, может лучше бегать за эту с фонариком? Ну, так будет лучше. У нее и ломик есть, и все есть. Так, хорошо. Ага, вот оно чё. Вот оно чё. Ой-ё! Жуки! Ну куда же без жуков? Ну да. Вот оно чё. Надо вниз, да, прыгать? А ты не хочешь помогать, алё? Подруга. Так, погоди, погоди, погоди. Ай. Так, давай. Давай, 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 давай. Молодец, умничка, давай, моя хорошая. Все, побежали. Так, значок напарника. Если ваш напарник погибнет, пока вы отдалены, игра закончится. Во время отдаления будьте... Будет обращать значок партнера, когда у напарника остается мало. Видишь, значок замигает красным. Так, привлечение персонажей. Партнер можно давать простые команды. F2 следовать, F1 ждать. Так, F2. Не могу. F2 следовать, хорошо. Все? Что? Ой. Так, непрерывное освещение фонаря, глаза врагу с помощью кнопки, если пи слога. А, есть.
На, забуцали. Так, тут ничего нету? Есть, хорошо. Подняли какой-то топаз. Куда? Куда? Куда валить? Алло, девочка. Нет. Нет, 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 нет. А что мне делать с ней? Что мне с ней делать? Что? Издеваетесь? Давай, как? Как? Все. Все намного проще, да, чем я думал? Все намного проще, чем я думал. За мной. Хорошо. Давай. Господи, ты как? Да нормально. Ё-моё, Барри над всеми так прикалывается. Ну, теперь есть питание. Должно помочь. Побежали. А я не могу понять, почему я нажимаю shift, чтобы бежать. Оно не бежит. Оно не бежит. У меня высвечиваются кнопочки вот эти справа. Ну ладно. Так, что мне нужно? Мне нужна музыка, да, началась? Мне нужно понять, куда бежать. А, там где шестеренка должна быть. А где эта А где шестеренка? А, понял. А ты стоишь, да, тут тупишь? Падла, отстань. Так, а где ты? Где ты, моя хорошая? Лежишь, отдыхаешь? Погоди, не туда. Да отстань, ты видишь плохо человеку. Погоди, а где она? Ё-моё. Ни на минуту нельзя оставить, да? Как мне к тебе? Ага, вот. Что такое? Что случилось? Чего мы такие нервные? Чего мы такие нервные? Лежать. Я сказал лежать, падла. Да не у меня, Клэр. Ты понимаешь, ты мне только что чуть в ухо не зарядила. Где эти? Ты идешь за мной? Где эти гребаные шестеренки? Кто помнит? Я лично не помню уже. Ладно, вернемся назад. Не, погоди, мы отсюда пришли, да? Мы отсюда с вами пришли. А у нас патрушки будут на сегодня или нет? Или типа... А зачем, да? Так, до сюда. Давай у тебя будет вот эта вот штука. Побежали. Я так понимаю, что... А, дай, пожалуйста, мне...
Так, использовать, передать. Так, передать. Клэр надо передать все. Во, хорошо. Все, Дон достали библиотеку. Теперь нужно найти, где эта штука с шестеренкой была. Ля ты крыса. Давай. Подходи. Да, дамы. Давай, вот так, мой зайчик, ля. На. Все, отдыхай. По-моему, правильно идем, да? Заперто с другой стороны. Падла. Так, эту штуку, по-моему, можно двигать, но... Сейчас, погодь. Ну вот, все правильно. Давай эту штуку. Шестеренка. Ну, ты идешь? Они людей пытали. Идешь за мной? За мной. Хорошо. Нехорошо, так точно. Так, погоди, я заблудился. Все, теперь нужно нам найти штуку, куда нужно вставить. Ага, стой здесь. Жди. Да, верно. Там сюда можно пробежать и заб... А, нет, не сюда. Не сюда. За мной. В другой стороне можно было забрать. Все, побежали. Побежали. По-моему, здесь, да, можно забрать было, да. Жди! Ничего не случилось. Ой. Дон достали библиотеку. Я хотел пройти, чтобы улучшить себе эту штуку, как его... Дробовик. Ну ладно. Ладно. Аля, какая умная, ждешь, да? А давай переключимся на тебя. Погоди, я тут... Тут, во-первых, где-то видел челика. Ага, во-вторых, вот эта шестеренка. Все, отлично. Ой. Ой. Да, ребят. Так, глаза светим. Давай. Вот, простите, что молчу, но просто хочется, чтобы он нас не мэкнул.
А ну смотри мне прям фонарик. Ладно, маленьких он обижает, да? Все? Закончилось. А самое тупое то, что у меня нету патрошков больше. А в эту штуку надо выстрелить. Правильно я понимаю? Все намного проще, ребят. Ну. Ну давай. Все, умничка. А там гори ясно, да, чтобы не погасло. Так, давай, еще чуть-чуть. Ну давай, крапулечку. Все, молодец. Уходим отсюда. Ну и отвратительное же место. Как думаешь, где мы? Я, честно, без понятия, но я думаю, ребят, на этом мы в первую серию с вами закончим. Игрулька прикольная. Пройду ее полностью. Так что все, всем спасибо за просмотр. Если что, как говорится, увидимся, услышимся уже в следующей серии. Так что все, всем пока-пока и до потом.